Надзвичайное здарение у Слуцким районе. У вёсцы Безверховичи на пожар загинула 92-годовая женщина. Драўляный дом так само сгорел. Проживала пенсионерка одна. У МНС меркует, что причиной сгорания стало порушение правил эксплуатации печи. У целом за апошние сутки у Минской области сдарилось еще 8 пожаров. Але у этих выпадках обошлось без ахвяр.